Салам алейкум, пацаны и девчонки, я рада всех приветствовать на своем канале Дистри. И сегодня я покажу 100% способ выбивания стенки или набора в этом годном жарком моменте. Очень годное. Друзья мои, попрошу перед просмотром обязательно поставить лайк, подписаться. Если подписываетесь, обязательно ставьте колокольчик, ну и подписывайтесь на группу ВКонтакте и обязательно на Телеграм-канал. Ссылочка в описании. Кстати, чуть не забыл, вчера я уже раздал первые подарки. При достижении определенного количества лайков я вам делал розыгрыш на видеоролике. Вы достигли, вы поставили лайки, и я вам разыграл вчера подарочки. И если мы под этим видеороликом тоже, скажем так, поставим 800 лайков, совсем немножко, вы это сможете, то я вам разыграю двум победителям по 300 алмазов. То есть получается, сейчас быстренько ставим лайк, подписываемся, ставим колокольчик, подписываемся на телеграм-канале. И если мы наберем лайки, я сделаю пост в своем телеграм-канале, как сделал я и вчера. И вы туда пишите свои айдишники. И выберу победителей, которые заберут себе алмазики. И именно ты можешь получить себе 300 алмазов. Все очень просто. Ну и у нас уже, скажем так, пришло время крутануть это событие. Так давайте, 5 попыток, у нас 79 алмазов. В принципе, недорого. Ну, давайте попробуем. Фу, пожелайте мне удачи, а я пожелаю вам и всем приятнейшего просмотра. Кто кушает, приятного, скажем вам так, аппетита. И нам выпало что? Карточка команд выпала. И выпало нам что? Нифига. Понимаю, 50% скидка через 5 минут. Обалдеть, еще 5 до получения. Ладно, крутим дальше, братва. Мы должны выбить что-нибудь, хотя бы что-нибудь, пожалуйста. Я тебя очень прошу, выпади хотя бы что-то годное. Жаркий момент, жаркий момент, братва. Чего? И что такое? Это жаркий момент со скидкой, да? О, я это люблю! Я это люблю! Жаркий момент со скидками. Так, ну у меня алмазов-то немного. Ты давай не наглей. Выпади что-нибудь. Есть! Стенка выбили! Есть! Есть! В принципе, все. Больше мне ничего и на бортва. Стенку забрали. Изи, изи. Набор мне, в принципе, не нужен. Самое главное, что я сказал? Забрать стеночку или набор. Стеночку мы забрали, быстренько бежим в события, точнее в события говорю. Давайте еще. Еще раз, крутанем, еще раз. Офигеть, тут можно всего повыбивать. Не шутя, давайте по 19 крутанем. Хорошо, мне в принципе нужно что было? Что было? Конечно же, мне нужно было только стеночка. Также, друзья, не забывайте забирать халяву. Заходите каждый день сюда. Каждый день. Объявление. А, уже убрали, что ли? О, убрали уже. Так жалко. Сегодня, кстати, уже вы можете много всего чего приобрести. Очень много, братва. Заходите в игру каждый день, и уже вы сможете позабирать себе много чего интересного. Так что заходите. И мы заходим тоже на склад. Ой, на оружие. Оружие. И заходим мы в стеночки и смотрим топовую стеночку, которую нам дали. Да, скорее всего? Дали. Где она? Где-то моя стеночка. Надеть. Бомбовая. Не, ну согласны, бомбовая, братва? Давайте, кто считает, что это бомбовая стеночка, прямо сейчас ставьте лайк. Бомбовая стеночка, в принципе. Так, ну что, пофиксили, надеюсь, пофиксили или не пофиксили? Проверим, братва. Давайте проверим. Пофиксили это событие или не пофиксили? Просто проверка. Проверочка. Давай-ка. Надеюсь, что нам повезло. Или не исправили. Но. Нет. Скорее всего, братва, не исправили. Нет. Исправили. Все, теперь можно получать себе стеночку, братва. Исправили. Все, стеночку тоже забрали. Ема бомбова. Офигенно. Я рад, братва, что мы еще можем, уже точнее можем получать эту стеночку за пополнение. Ну, я же говорил, что все исправят. Говорил? Офигеть.
В общем, друзья, всем спасибо, кто меня смотрел, всех обнял. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, на мой Инстаграм, также на мой Телеграм. Все, ссылочки все в описании, заходи, подписывайся, участвуй. Ну и ставим 800 лайков, и я вам разыграю что-нибудь интересное. А именно, 300 алмазов двум победителям. Всех обнял, всем пока-пока, вы лучшие.